Америка запомнит не стрелявшего в кинотеатре, а героизм погибших и выживших. Об этом заявил президент США Барак Обама, прибывший в воскресенье в город в штате Колорадо вместе с делегацией Конгресса, чтобы лично выразить соболезнования семьям жертв и встретиться с пережившими трагедию. Президент рассказал собравшимся о героизме одной из оказавшихся в кинотеатре в роковую ночь женщин. Ее подруга была ранена в шею, и та, не растерявшись, зажала рану рукой, а другой набрала номер 911. После этого при помощи окружающих донесла раненую до скорой помощи. Я напомню, в ночь на пятницу 24-летний Джеймс Холмс проник в кинотеатр города Аврора, где устроил беспорядочную стрельбу по зрителям.